Всем привет, ребята, и вы же на моем канале Милашка Тока. В этом ролике я решила вам показать туториал по обложке. А то есть я вам покажу, как я делаю свою обложку для видео, и, возможно, вам из этого что-то понадобится. Не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем приятного просмотра. Чтобы поставить вашего персонажа на обложку, мы заходим в креатор, выбираем одежду, в которой будет находиться ваш персонаж, и делаем скриншот. Дальше заходим в EBS Paint. Вставляем персонажа и сохраняем. Потом создаем второй слой этого рисунка. И вот так вот берем цвет и зарисовываем все вот эти вот картиночки, которые там есть, чтобы можно было сохранить фотку с прозрачным фоном. А именно делаем все это вот таким вот движением. После того, как мы все это сделали, у нас вот такой вот чистый фон и все не такое пиксельное, как в обычной токи-боки. Сохраняем с PNG с прозрачным фоном. Скриншотим еще одну любую картинку из токи-боки и начинаем ее размывать в этом же приложении и без Paint. Это у нас будет служить фоном. Далее мы заходим в приложение PixArt или скачиваем его, если у вас его нет. Оно у меня в правом углу. После того, как мы зашли в PixArt, выбираем наш размытый фон. И теперь мы берем, нажимаем инструменты, обрезать, выбираем форму YouTube. И вот примерно вот так вот мы вставляем это все дело и нажимаем на галочку. И после этого мы добавляем текст. Тот текст, который вам нужен, название вашего нового видео и так далее. Для меня это будет туториал на обложку. Чтобы добавить персонажа, мы нажимаем «Доп фото», то есть «Добавить фото», и берем нашего персонажа. Сейчас у нас пройдет загрузка. Вот мы его выбрали, нажимаем «Добавить» и нажимаем «Обрезать». И теперь... я не туда нажала. Мы ищем «Вырезать» и вырезаем этот объект. И вот так вот начинаем обрезать нашего персонажа. Обрезаем ровно, не так, как я, немножечко поаккуратнее, конечно. И после этого нажимаем на галочку, и ваш персонаж переносится к вам на обложку. Но также бывает такое, то, что сейчас случилось у меня, то, что вы можете вот так вот попасть на лицо нечаянно, и вам придется все как бы заново обводить. А если вы хотите добавить стикеры токи-боки, нажимаем на стикеры, и в строке поиска мы пишем слово «токабока». У меня нет здесь никаких рекомендаций, и поэтому я вот сейчас прям при вас это все забью. И вот, собственно, все тут для обложек есть. Можете также написать на русском «токабока». И тоже тут как бы выдастся тоже все такое для обложек. То есть вы поняли. Потом сохраняем, и у вас уже есть готовая обложка для вашего нового видео. Вот так вот, собственно, я делаю обложку. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ну и не забудьте подписаться на мой телеграм-канал Милашка Тока. И всем пока-пока!